познакомлю вас, зарегистрироваться. Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. В медицинском кабинете регионального правительства первый пациент на вакцинацию. Ярослав Семенов в прошлом году прививку пропустил. В этом решил не рисковать здоровьем. Процедура проста: беседа с терапевтом, замер температуры и давления. Если все в норме и самочувствие хорошее, то на укол. Спасибо вам большое. Следом за председателем правительства прививку делает и главный санитарный врач республики Наталья Матюшина. Вакцинацию от гриппа не пропускает. В Роспотребнадзоре 100% иммунизация, и согласно статистике, уже несколько лет зимний сезон в ведомстве проходит без массовых больничных. Чего не скажешь о правительстве региона. Чиновников вирус гриппа выводит из строя. Это вредит общей работе, поэтому премьер обещает следить за прививочной кампанией в правительстве лично. Руководители секретариатов доведем и лично мне будут докладывать о том, кто привился, кто нет и по каким причинам. Поставить прививку от гриппа прямо на рабочем месте – услуга бесплатная и доступна не только членам правительства. Выездные бригады по заявкам от руководителей приедут в любой офис, на любое предприятие. Прививочные пункты будут открыты в торговых центрах, мобильные комплексы поедут в глубинку. Сейчас как раз такое благоприятное время, когда уровень инфекционной заболеваемости РВИ и гриппа он очень низкий. Да, и как раз на улице тепло еще, формируются коллективы. Благоприятный период, чтобы сформировался иммунитет. У нас в этом году на федеральные и республиканские средства уже закуплено 43% вакцин. Республиканский бюджет выделил 12 миллионов рублей, 74 тысячи вакцин было закуплено. И теперь мы ждем остальной состав, да, второй транш федеральных средств для того, чтобы эти вакцины были закуплены. В этом году будет закуплено 700 тысяч доз. Это на 20% больше, чем в прошлом. План – сагитировать и привить как минимум 50% населения, чтобы создать крепкий противогриппозный иммунитет для всей республики. Эпидемию прогнозируют в январе. Марина Баль, Василий Хохряков. Новости.